Вот мы написали такую картину 70 на 90, которая посвящена маковому цветению июня 2022. Этот мак сорван в Германии, и Хатынка – это как раз на территории границы Германии и Голландии. И вот мы представили, что этот мак, он стоит на улице, да, вот он и растет перед вот этим домиком, и стоит в банках ради какого-то праздника, допустим, праздника алого мака. И вот от него вот такие потом остаются коробочки, да, которые вот здесь вот только зарождаются. Ну и что мы, конечно, придумали? Придумали, что в этой хатке живет вся наша семья, и что бабушка или дедушка утром встали, сорвали маки и поставили среди деревьев этого сада для того, чтобы украсить свое подверье. Подверье – это вот приусадебный участок. Какие мы новые здесь предлагаем вам действия в нашей технике Blade & Socks? Давайте рассмотрим. Первое действие – это натюрморт в пейзаже. Это действие мы раньше не делали. Мы всегда натюрморты, помните, писали в мастерской. А натюрморт, вот эта банка с маками в уходящем на горизонт пейзаже, да еще и на фоне экстерьера здания, этого домика, оказался очень даже интересен в композиционном строе. Второе, что мы сделали, мы попытались в этой картине соединить две буквально симметричные территории композиционных центров. То есть предполагается, что у нас композиционный центр – это вот это вот домик этот, так? Но он тихий композиционный центр, а два фортиссимо громких композиционных центра находятся по бокам. И чтобы их соединить, надо было листья одного макового букета послать на свет и листья другого макового букета. И второй маковый букет при опадании должен был пойти вот на эту кадмиевую территорию цветущего мака перед этой хаткой. И дальше тоже летят листья и завершаются по кругу, к первому букету идут, вот по вот этим вот кусочкам мака, который растет возле самого фундамента, так? И получается круговорот кадмия в картине горизонтальной. В общем-то, что еще? Еще что мы сделали, чего не делали? Значит, мы начали практиковать солнечные пятна, которые написаны одним мазком. Вот они. Солнечные пятна, которые с кадмиями, кадмий лимонный, кобальт фиолетовый, белила. Они и здесь, на Хатынке, так? Они и на приусадебном участке, они и на дорожке вот этой, они и между маками. И их должно быть немножко, как типа или раннее утро, скорее всего. Вот здесь раннее утро, потому что они расцвели. Они только к вечеру опадают. Здесь раннее утро. Утром здесь получается праздник этого макового цвета. Так? И, конечно же, еще одно мы новшество сделали, что мы к другой архитектуре как бы себя приучаем. Сейчас здесь рядом с нами архитектура голландских домиков и немецких, которые настолько красивые, что их невозможно не рисовать. И
его надо было одушевить, что там живут люди. Ну, мы так придумали, что там живут наши бабушки, тетушки, дядюшки, наши дети, да, там приезжают на каникулах. И там нам очень уютно и хорошо. Вот это действие оживить интерьер домика мы тоже предприняли в этой работе.